Есть свидетельства о том, что факты о том, что отдельные немецкие офицеры принимали участие непосредственно физическое в резне. Физическое? Да-да, но они тоже участвовали в резне. Есть такие факты, свидетельства. Так что немцы имели перед собой, так сказать, пример Турции. Главное то, что Гитлер был об этом, по всей видимости, хорошо информирован. Потому что один из вице-консулов или консулов Германии, который был на территории Западной Армении, который все это видел, который об этом объективно докладывал в Константинополь своему послу, был Шольдер Рихтер. И потом он уже стал, так сказать, советником Гитлера. И вот на основе вот этих фактов уже становится понятно, почему в 1939 году, за несколько дней до нападения на Польшу, Гитлер вот произнес свою эту известную речь перед руководством немецкой армии, которая готовилась наступать на Польшу, то есть начало Второй мировой войны. И он фактически сказал следующее: идите и убивайте, ни о чем не думайте, не думайте об ответственности, вот, потому что перед нами пример Османской Турции, которые сделали то, что они сделали с армянами. То есть у них это была уже, так сказать, уверенность в безнаказанности.